Чувашия улучшила позиции в национальном экологическом рейтинге регионов и заняла 11 место. Список регионов опубликовала общероссийская общественная организация «Зеленый патруль». По итогам прошедшей зимы Чувашская республика в рейтинге по ПФО заняла первое место, во всероссийском – 11-е. Ранее по итогам осени 2019 года республика находилась на 14-м по России. Рейтинг формируется из сводных данных об экологических мероприятиях, программах, которые действуют в регионах, учитывается и количество жалоб граждан.